Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим рис с печенью. Для приготовления нам потребуется 500 грамм куриной печени, 2 полных мультистакана длиннозерного пропаренного риса, это 280 грамм, подсолнечное масло 50 грамм сметаны, небольшая луковица весом 50 грамм. Из специй я буду использовать смесь перцев, можно использовать любые специи на ваш вкус. Соль и вода. Мелким кубиком нарежем лук. Печень я нарезала такими небольшими кусочками. В чашу мультиварки я налила 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем режим жарка. Нажимаем старт. Жду 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Масло нагрелось. Отправляем одновременно обжариваться лук и печень. Лук с печенью я жарила 10 минут. Добавляем смесь перцев. По вкусу я добавляю примерно 1/3 чайной ложки. Добавляем сметану. Так рис с печенью будет иметь более сливочный вкус. Перемешиваем. Добавляем промытый рис. Добавляем 400 мл горячей воды. На 2 мультистакана риса 2,5 мультистакана воды. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю чайную ложку с горкой. Аккуратно все перемешиваем, чтобы соль распределилась равномерно, а также рис смешался с печенью. Закрываем крышку мультиварки. Будем готовить на режиме рис, крупы 40 минут или время по умолчанию. Через 40 минут блюдо будет полностью готово. Время истекло, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой замечательный рис с печенью. Благодаря тому, что рис использовали пропаренный, он получается вот такой рассыпчатый. Если использовать круглозерный рис, тогда будет больше похоже на ризотто с печенью. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Thank you.